Ну давай попробуем. Silent Hill the short message. Попытки приблизить... Чё? Самые сильные животные не объединяются в стае. Они одиноки и полагаются только на себя. А чё так субтитры быстро пролетели первые? Те, кто предают себя, чтобы втиснуться в рамки стаи, жалки. В такой жизни нет красоты. Я хочу быть сама сильна. Без стаи, да? Вот бы был такой человек, который это понимает. А чё так быстро субтитры-то летят? Капец. Вы чё? Я прочитать даже не успел. Серьезно? Графика норм, кстати, PS4. Прям... Вот поэтому я и спрашивал, где производительность? Майя. Начинается. А почему у меня вибрация включена? Я же ее не включал. Но я только что была... Хочу тебе показать кое-что. Сможешь прийти на виллу? А, точно. Майя же попросила сюда прийти. Silent Hill 4. Ну, выглядит очень даже ничего. Деталей много. Это не пустая комната, куча каких коробок всяких разных. Всякого тут. Вилла. Модель. Это вот это здание, что ли? Добро пожаловать в город Надежды. Не Надежды. Вор. Дзор плана по реновации Кеттенштадта. Ни хрена себе название. Мы в Германии. Штат много веков был процветающей пограничной крепостью, однако в последние годы все больше молодежи в возрасте до 30 лет покидают город, что не может не вызывать опасений. Целью этого крупномасштабного проекта является обновление Кеттенштадта и возвращение ему былой славы при финансовой поддержке китайских инвестиционных компаний. Тем проекта стало оздоровление. Заброшенные постройки, возведенные в 2008 году японскими корпорациями, давно стали крупной проблемой для города. Переделав их под актуальные нужды, вы можете существенно сократить расходы и лучше воплотить в жизнь наше видение нового Кеттенштадта. Кеттенштадт! Wow. Ух ты. Как тут всегда было. Наши родители это придумали. Resident Evil Gold Edition. Привет, Никрайт. Ты ждал меня? Ты ждал меня? Ну, хоть ты меня ждал с этой игрой. Ну, хоть ты-то ждал меня. План перестройки Кеттенштадта вновь отложились, на этот раз из-за снижения интереса у иностранных инвесторов в свете пандемии коронавируса.
Напомню, что в прошлый раз реновации застопорились из-за финансовой нестабильности, вызванной глобальным экономическим кризисом 2008 года, когда тогда ответственным лицам пришлось отказаться от идеи привлечь японские корпорации и финансовые институты. Попытки перестроить едва провал, вызванных внешними обстоятельствами, Китай-штат с трудом оправляется от такого удара на фоне растущей безработицы. Городской совет рассматривает способы оздоровления экономики путем привлечения экспертов со стороны. Но на данный момент никаких эффективных мер не предпринято. То есть все лишились будущего. То есть подожди, во вселенной Silent Hill корона была? Что? Я правильно понял? Я думал, это вымышленный мир. Не? Что-то куда вас понесло-то? А я не знаю, мне вроде бы как бы... Майя, ты где? Мне вроде бы норм, а вроде бы и не норм. Но я видел, что там, короче, это... 22к лайков и... 16к дизлайков. Да, потом мы приехали. Так что все как-то смешано. Я, в общем-то, понимаю, что Канами делает. Ну, надеюсь, я думаю, что я понимаю, что они делают. Потому что, ну... Не выпускать игру, тянуть. Потому что они не уверены, что людям это зайдет. И они сделали конкретно трейлер с боевкой. Выложили его. Без даты релиза. Люди посмотрели, а Konami посмотрела их реакцию. И, возможно, они, может, сейчас будут что-то доделывать. Ну, конечно. Ну, конечно. Давай, поехали. Выхода нет. Я в ловушке. Я в ней всю свою жизнь. Ну, вот, а был бы это Resident Evil, тут бы были кишки какие-нибудь. В мешках. Здорово, красавчик. Это что такое? Как много тут файлов. 28 сентября. День. 2021 год. Объявление собрания жрецов. Уважаемые жители комплекса Вилла, мы получили много вопросов о работе здания. Здорово, отец. Здорово. А ты кто? Получили много вопросов о работе здания после недавних новостей, поэтому хотим собрать вас, чтобы в официальной обстановке разъяснить наши принципы работы. Надеемся, что вы найдете время и придете. Подъездное объявление? Нихрена себе. Нихрена себе он как далеко сработал. Этот триер. Лады. Пойдем. Я надеюсь, что ремейк будет норм второго Silent Hill. Ну хотя бы на уровне оригинала. Майя. Уличному художнику нужны только баллончики с краской и чистая стена. Киночитать стены одного многоквартирного дома стали холстом для таких художников. На стенах этого дома каждый день появляются новые работы. Там соображается и звезда соцсетей СВ. СВ?
Этот псевдоним отображает ее любовь к цветам СВ. Шифруется как Череблосом. А. В переводе означает цветок сакуры. Спасибо за перевод. Работы. А как это в оригинале звучало? Все. Шифровка зачем-то. Работа СВ продолжает покорять сердца подростков и молодежи. Поэтому мы попросили ее дать комментарий. Не отрывая глаз от своего нового произведения, она сказала нам следующее. Я просто показываю, что на самом деле чувствуют эти девушки. И что они не могут показать окружающим. Если зрителя трогает моя работа, наверное, ему доводилось пережить что-то похожее. СВ также добавила, что цветы, которые она рисует на девушках, растут из шрамов на их телах. Цветы символизируют преодоление старых травм или хотя бы желание их преодолеть. Это зикурчик. Огурец, банан, огурчик. Все видят, какая она талантливая, не то что я. Ой, ну начинается. Ну что ты вот это, да? Не талантливая она. Ты Май нарисовала? Себи. Cherry Blossom. Это ее подпись. Как же это круто. Этот город похож на чистый холст. Умоляет покрасить его нашими мечтами. ФМВ? Хочу показать скрытые стороны девушек, что они хотят. Что ими движет. ФМВ в Silent Hill. Я в растерянности. Чё ты прячешь внутри? Эй-эй-эй. Алло? PS5. Гордись собой. Гордиться? Да с чего бы? Я думаю, я надеюсь, мы ничего не пропустили. Ребенок? Кодзима, ты сюда своих детей вставил? Чего там хихикаешь, пиздюк? Да что сегодня такое-то? Welcome. Thank you. Не пойму, что происходит. Сейчас перезагружу карту захвата. На всякий случай. Да, она тут греется прям. Удивительно. Спасибо, мистер Некрай, за подписку. 58 месяцев подряд. У вас есть Данчичка. Бросьте ее в чат. И... Тю-тю-тю! Да. Спасибо. Хабхваху, ты поздоровался. Что-то я... Привет, на всякий случай. Кто здесь? Эмиль, ты как? Спишь? Ты еще спишь? Извини, если разбудила.
Я тебя вчера не видел на работе. Тебе уже лучше? Таблетки пьешь? Извини, что не сразу отвечаю. Уснула. Ничего страшного. Ты там как? Нормально, даже отдохнул немного. Извини, если тебя напугало. Да не парься, серьезно, все ок. Я еще немного сонная, но скоро встану. Слава богу. Ой, а кто это у нас тут? That's a relief. Слава богу. Потрясающе. Вы кого на перевод взяли? Друзья, а чё ебальники у всех грустные? Доброе утро, бля. Сегодня прекрасный день. А Каири красавица. Ты пропустила много. Ты вообще ничего не пропустила. Кроме того, что тут... Граффити рисуют. И двери сами открываются. О, блэд! Началось, по-моему. Что-то мне подсказывает. Сэмпай заметил меня? Слышь, сэмпай, дай в комнату войти. Глупый лжец. Урод, фрик. Что тут творится? Чем все эти бумажки? Неудачница, дура, лгунья. Чокнутая плакса, уродина. Ненавижу тебя, тупая, вали отсюда. Go away, girl! Ты же что-нибудь сказала? Издевательство над детьми и плохое обращение со стороны родителей в Кеттенштадте. Я уже, да, смотри, я уже могу прям произносить это слово без проблем. Это Гензель. Но только я это сказал, сейчас наверняка буду с проблемами его произносить. Недавно статистическое исследование показало, что число случаев издевательства над детьми в городе почти вдвое превышало средний показатель других развитых европейских стран. В этом винят недавние экономические проблемы, вызванные ими нищету. Мама меня любила. Что есть в этом такое, да? Мистическое. Вся комната обклеена просто листочками. Антидепрессанты. Ведь уже не могу эти таблетки. Я вообще удивлен, что здесь все это есть. С учетом того, что, ну... Silent Hill это вымышленный мир. Но внезапно во вселенной Silent Hill была пандемия. Какая пизду пандемия? Кто-то, блядь, говорит. Эпидемия. Пандемия, блядь. О! Дом, милый дом. Ля, тараканы какие бегают, смотри. А они что, им интеллект привязали? Смотри, они бегают. Они прям бегают. Да все ты виновата. Все беды из-за тебя.
Ой-ой, прости. Может, не надо? Прости. У меня весь геймпад трясется аж, ёб твою мать. Мама. Это мама ей говорила сейчас? А что вот это было вот сейчас минуту назад, что мама тебя любила? Что это такое было? Я осуждаю, это не то слово. Я не разрешаю. Ахисяй. А ты как, Анита? Анита? А что я? Ты тоже в последний раз неважно выглядела. Все норм. Не волнуйся за меня. Ну как не волноваться? Я пью... Да пью я таблетки, пью. Таблетки таблетками, но что насчет психолога? А разве он поможет? Взрослыми говорить, только время терять. У нас в классе из-за этого кто-то даже в больницу заехал. Не держись о себе. Знаю. Если что, я тебе сообщу. Этим страдальцам так и надо. Все они, кстати, жалеют о случившемся. Куда мы идем? Типа назад? Зачем? Это я бегу или не я бегу? Она бежит. Да что происходит? Тот же вопрос. Здесь безопасно? Куда это делось? Куда эта тварь делась? Что это за хуйня была? Хочу тебе показать кое-что. Сможешь прийти на виллу? Ты тут? Я в мастерской. Майя? Какой-то монстр бродит. Цела? Сейчас вот, ага, ответит она тебе. Redeeming Prover. Я думал, это будет чуть интереснее, вот эта сцена. Ну ладно. Ее в трейлере показывали. Самоубийство подростка в проклятом здании продолжает. Заброшенный многоквартирный дом в Киттенштате обрел дурную славу из-за ряда самоубийств. Практически каждый год с его крыши прыгают девочки-подростки. Несмотря на неоднократные смертельные случаи, само здание заброшено после банкротства строительного управления компании. Строительной слэш управляющей компании по-прежнему можно легко пропасть. Работающая молодежь не отпугивает мрачная репутация здания. Многие продолжают туда ходить, а уличные художники используют его стен для создания своих граффити. Жители района выражают все больше беспокойства по вопросам безопасности. Неужели Майя? Но в последнее время какая-то странная. Смерть всегда ходит с сакурой рука в руку.
Большинство цветов сначала начинают гнить, потом выпадают. Такова цена за жизнь. Цветы сакуры другие. Рождаются красивыми, опадают красивыми. Хочу, чтобы моя жизнь была такой же. Почему она не отвечает? Давай же. Надо найти ее. Это хорошая актриса была или нехорошая? Я что-то у меня сомнение какое-то. Я не понял. Это Феанор. Пирамид. Пирамид Хэт. Только в тех Сайлент Хиллах, где похоть. Здесь не похоть. Тварь. Ее уже нет, да? Где мастерская? Это Веровек. Значит, говно. Так бесплатное же. Чего хотите-то? Игра-то бесплатная. Тумани соцсети. Одиночество и тревожность у подростков. В ходе интервью все подростки признали, что стыдятся опубликованных селфи не самого пристойного содержания. Также они рассказали, что волновались, если такие снимки не получат лайков. Объединила всех этих детей крайне низкая самооценка. Чем выше была их тревожность и ниже уверенность, тем больше выраженной оказалась реакция к проявлению одобрения. Блаженство, которое они испытывали, получив лайк, сложно понять взрослым людям. Мало того, что даже одобрение... После одобрения подростки все равно не могли смотреть на свои действия в положительном ключе. И быстро погружались в отчаяние, в поисках дальнейшего внимания, которое поможет им заполнить пустоту. В подобную токсичную ловушку одобрения легко могут угодить любые психологически незрелые подростки. Могу быть я психологически незрелым подростком? Я хочу лайков! Да, фильм ужасов про лайки. Я прям себе так это и вижу. Что там в этом фильме была бы такая сцена, типа, где главный герой сидит и ждет, когда ему лайк поставят, но внезапно ему ставят дизлайк, и он такой... И знаешь, крупное приближение такое... Как будто, ну, фильм ужасов же. Шедевр. Замедленное место суицидников. Подожди, это что такое там? Цветы, что ли? Не пойму. Это Глио. Это игра про лайки? Да не то чтобы. Да это свечи вообще, ёпт. Типа это... Мемориал. Да, я же правильно понимаю, там какие-то как будто открытки гигантские.
Так, что у меня какая-то проблема внезапно случилась. Алло. А куда мне идти-то? Тут больше выхода-то нет. Ну, как бы это одна и та же комната, нет? А там еще что-то было дальше? Прошу, грязный телефон. Смотри, какой он грязный. Эти подростки. Жуть какая. Майя, надеюсь, ты в порядке. У тебя точно смартфон, Кириллиус? Ну, семеска. Все, они, кстати, жалеют о случившемся. Кстати, насчет универа не подумала? Да, я не смогу. Прямо сейчас решать не обязательно. А ты? После поступления сюда уже не вернешься? Да нет, ты что? Буду приезжать, конечно. Родители не пустят, и если не приедут, если не приеду на каникулы. Ты все-таки подумай насчет поступления, ладно? Сказал же, что не смогу. Я как ты учиться не умею. Ты говоришь, универ. Ну, я же обещал, что помогу. Не парься, все равно я ничего не умею. Что бы там ни делала. Да ну неправда, ты о себе слишком плохого мнения. Хотя тебе есть чем гордиться. Вот рисунки, например, которые ты мне показывала. Думал насчет художки. А там и работу бы нашла. Тебе же это нравится. Слушай, я не Майя, ясно? Чего Эмили не понимает? Gotcha. Понятно. So really like... То есть тебе здесь не нравится? Мне не нравится она. Понятное дело. Она какая-то слишком наигранная. Для местных нет разницы между граффити и ты лох на заборе. Trash doodles? А, хорошо. Да и в классе обо мне всякое говорят. Теперь я еще в интернете говорю о тебе всякое. Сейчас свалить отсюда не такая плохая идея. Хорошо в граффити, весь мир является твоим холстом. Пока я с тобой, в любом месте будет здорово. Выхода нет. Это умит, кстати, если я не здоровался. Страшная игра. Ну, название не говорит ничего. Атмосферно. Фонарик вообще либо в приложении камеры должен быть, либо на более новых сверху открываешь, там есть фонарик. Смешная игра пока. Мишка, я тебя вижу уже второй раз. Что с тобой не так? Майя, ты тут? Твоя мастерская? Так, вот это я где-то видел. Вот эту зеленую книгу. В
трейлере ее показывали. Скизенбах. Скизенбах. Это наброски Май. Это же не закончила. Они уже выглядят круто. Согласен. Ты счастливая. Новая жизнь. Такая полная жизнь. Чувствую, сейчас все это изменится. Ты тут? Ты где? Здесь опасно, надо сбежать отсюда. Май, пожалуйста, ответь. Чего она не отвечает? Где ты? Где вы? Этот перевод явно делали люди, которые раньше с Капком переводили. Я что, с ума схожу? В четвертом Резиденте еще более-менее перевод был. Но вот до этого, во всяких там в ремейках второй и третий, там перевод, да. То есть он вроде есть, но они переводят вообще не то. Красиво. С кого Майя это рисовала? Тарт, ты тоже выложила? Опять под 500 и прибавилось. Тебе завидно? Да, от меня отписались. Да и похеру. Вы, блядь, от этого зависите, что ли? С подписчиков прибавилось. Надо выкладывать что-то такое. Тогда лайков будет как у Майи. Красотка. Хватит выкладывать скучные фотки. Нет секси контента, нет подписчиков. Оба-на, че подписчиков хейзишь? Да. Сколько уже подписчиков, поздравляю. Хотим фотки, хватит, пожалуйста. Хватит уже ныть. Прости. Тебе своих проблем хватает. Я на тебе наехала. Извини, пожалуйста, я думал только о себе. Это ты извини, мне тоже не стоило так злиться. Спасибо, Анита. Видимо, я до сих пор не смирился со смертью моей. Чем она спрыгнула с крыши виллы? Чем хотела умереть? Майя умерла? Постой. Майя правда умерла? Окей. Ну как? Как я могла об этом забыть? Анит, что с тобой? Алло? Алло? Алло, шеф! Это я, Лёлик. Ну тогда кто? Кто это? Найди. Кто? Это Лэмпти.
А можно еще раз посмотреть? Внезапно. Внезапно. Может, ей кто-нибудь в лицо сказал, что она какая-то наигранная, и все. Она так близко это к сердцу восприняла. Чего? Чего? Чего происходит-то, алло? Добрый вечер. Чего? Окей, я только сейчас осознал, что это Майя. У нее точно такой же балахон. Я... Это сон? Я на секунду подумал, что так и должно было быть, потому что в Silent Hill'ах такое бывает, что ты в начале игры обычно умираешь и дальше продолжаешь. Но это была загрузка. Давай топи, подруга, подруга, топи. Ты сможешь. Я в тебя верю. Блять, она телепортируется, что? Что происходит? Окей. Ну а на чем еще? На PS5-то управление. Игра только для PS5. Кстати, интересно, почему она только на PS5. Май больше нет. Не работа продолжает жить. Еще больше подписчиков. Кто, блядь, подписывается на человека, который умер? Никогда не заметят. Но ты-то еще не начинай, слышь? Отсюда спрыгнула Майя. Тут все ты виновата. Все беды из-за тебя. Что я смогу быть как она? Unreal Engine 5, скорее. Silent Hill Down переделали на новом движке. Добавили контента, говорят. Даже. Но меня все еще интересуют другие вещи. Останется ли там предыдущий актерский состав? Да. Печально. Да я вряд ли это ГГ. Я так понял, игра на 2 часа. Она прыгнула, потому что у нее больше нет друзей.
Друм. Ты опять на вилле? Но почему я не умерла? И радости не стало больше. Нашла? Что нашла? Пока не найдешь, не уйдешь. Майя, это правда ты? Пока не найдешь, не уйдешь. Майя умерла. Ты не она. Пока не найдешь, не уйдешь. Кто ты вообще? Пока не найдешь, не уйдешь. Отвечай. Я даже знаю, что она тебе ответит. Угу. Какого хуя? Это делала сторонняя студия. Хекс. Что-то там забыл. Правильно назвали. С чего здесь быть Пирамид Хеду? Ребята, вы понимаете, в чем смысл Пирамид Хеда? Пирамид Хед появляется в Silent Hill только тогда, когда происходит похоть. Здесь похоти нет. Здесь не будет Пирамид Хеда. Чего вы? Пирамид Хед — это символ. И они не шарят в Silent Hill, бесит. И бесит. Ну даже если судьи, ну даже если судьи, по твоим словам. Кого здесь убил главный герой? Насколько я слышал, самоубийство тут было. Чё-то батарея. Надо было что-нибудь поновее купить. То хочешь, как я. Ходил, вернее. Оу. Поменялось, не? Все, теперь у нас нет телефона вообще. Почему мне кажется, что пока не найдешь, не уйдешь, это что-то типа смысл в жизни? Плохие девчонки получают пустые тарелки. Вот что они переведут здесь. Это все твоя вина. Это все ты виновата. Ты все беды из-за тебя. Это макак. Посмотрим, что там за дверью. Кто-то плакает. Интересно, что в этой игре нет бега вообще. То есть здесь вообще кнопок нет, кроме кнопки X. Весь этот проект — это попытка Капкома. Ой, Капкома, Konami. За какую-то скромную сумму попытаться сделать Silent Hill от первого лица. Чтобы проверить, какой студии доверять проект в будущем. Почему-то мне так кажется.
Ты мог так поступить. А может ты фонарь возьмешь? Кодзима душный. Здесь дротик сейчас полетит, я охуею. Жаль, что он не полетел. Дети, превращающие травмы в сказки. Одиночество и тревожность у подростков, часть 2. Все опрошенные подростки имели серьезные психологические проблемы, вызванные событиями в прошлом. Интересно, что каждый из них концептуализировал эти проблемы, сделав из них своеобразные истории с преувеличениями. Да, девушка придумала себе роль трагической героини, убедила себя, что над ней издевается злая мачеха, а настоящая мама, которая ее любит, находится не здесь. Другая считала Охуела, что ли, слышь? Другая считала шрамы, оставшиеся с детских лет, стигматами. Чего, блять? Из которых распускаются цветы сакуры? Эти истории страданий порождают подспудное желание спастись от невыносимой боли и ненависти к себе. Чем сильнее перенесенная в детстве травма, тем больше преувеличенной и сказочной становится история. Я тебе больше скажу. Чем больше они врут, тем больше они начинают в это верить. Там стигма было написано или стигмат? Стигмами. Я тебе говорю, дислексик я. Ужас. Опять включился? А что, так можно было, что ли? А у вас когда... у вас такое бывало? Типа, ну... Телефон разрядился, ты его положил. Через 5 минут, короче, взял его назад, а он фига как-то включился. Как-то работает, не знаю. Магия какая-то. Кодзима неуч и вор. От холода. Где? Как можно так поступать? Набежали тут эксперты. Эксперты. Some people really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Это ж, наверное, эти парни. Бляха. Здорово, пакеты, буллеры. Что это? Что-то, по-моему, там земли нету. Мне почему-то кажется все больше и больше, что они взяли наработки Кодзимы и использовали их здесь. В тумане соцсети, одиночество и тревожность у подростков. В ходе интервью все подростки признали, что стыдятся опубликованным селфи не самого пристойного содержания. Также они рассказали, что волновались, если такие снимки не получат лайк. Мы читали это?
По-моему, читали это. Извини, что не сразу отвечаю, я уснула. Ты оклемалась? С кровати уже встать могу. Извини, плохая из меня подруга. Скажи, моя правда умерла? Зачем ты такое спрашиваешь? Скажи, пожалуйста. Самой не верится, что ее нет. Что это не чья-то шутка. У нее вроде все было хорошо. То есть моя правда умерла? Анита, ты сама-то как? Спать можешь? Как-то могу, пью неплохие таблетки. Таблетки таблетками, но что насчет психолога? А разве он поможет? Так добра. Но все равно бросишь. Моя тебе правда ничего не говорила? Нет, мы с ней обсуждали только книгу, которую она недавно прочитала. Но я все равно чувствую себя виноватой. Хоть она ничего и не сказала, мне стоило догадаться о ее намерениях. Моя правда ничего не сказала? Вообще? Ну как тебе книга? Автор покончил с собой еще в молодости. Красота вырастающей из трагедии. В этом что-то есть, скажи. Очень интересно думал автор перед смертью. What do you mean, anything? Не думаю, что ты поделишься впечатлением в письме, все-таки ты застенчива. Мне даже понравилось. Так интересно пишешь, ярко и с чувством. Люди реально читают книги про самоубийство? С удовольствием прочитаю еще. Письмо, значит. Понятно. Не, я понимаю, люди, да, читают всякое разное. Ну какой, блядь, эффект после будет? Ну ты типа почитаешь книгу про самоубийство, и потом что, будешь сидеть думать об этом? И чем это закончится? Нахер такое читать-то вообще? Нервы себе только мотать. Не, я так понимаю, вся эта игра, это сразу этот, сразу нигде, или как там эта последняя часть Silent Hill'ов обычно называется. Но выглядит так, будто бы она просто принять не может смерть этой Майи. И поэтому она, ну, как бы ходит по кругу и спрашивает себя, она правда умерла? Что-то я в прошлый раз такого не видел. Культ Киттенштадтской ведьмы? Ага! Чего? Многие практики тех, кто верит в существование Киттенштадтской ведьмы, напоминают ритуал современной религии Викан. Как-то молитва об обильном урожае или поклонение богине. Простите. Отличает этот культ от остальных сочетаний западных и восточных традиций. Существует весьма любопытная теория о том, как произошло это слияние. В 1930-е годы, во время совместных усилий промышленников и рабочих по подъему экономики, велся также обширный культурный обмен, из которого выросло вера в существование ведьм.
В смысле? В смысле вера? Ведьмы существуют. Ты мою бывшую видел? Чё ты? Та ещё ведьма. Почему они, интересно, говорят? Предсказания? В последнее время этим многие интересуются. Ты в них не веришь? Я думаю, что в этом что-то есть. Моя прабабушка была предсказательницей. Пап, ты пиздишь. Вроде как местные считали ее чем-то вроде... провидицей. Но в итоге на нее все ополчились. Да, угадаю, почему. Не свое будущее никак не предскажешь, даже если видишь чужие судьбы. Я ведьмак? А почему я ведьмак? Не, я нормальный. Обычный такой. Опа, блять. Что-то дверь, думаю, переехала куда-то. Что происходит? Угадай-ка холодильник. Хочешь еды? Делай то, что я скажу. Вот видишь разница, как я перевожу и как они переводят. Они пытаются меньше смысла, вернее, тот же смысл, только в меньшее количество слов, чтобы меньше работать. Хитрый пиздец. В японской культуре издавна находили красоту в жертвенности. Одним из ярких примеров такого поведения является так называемый харакири. Самоубийство путем вспарывания живота. Подобное действие имеет сакральное обоснование. Лишив себя жизни, человек символически очищает мир и себя от своих прегрешений. Эта концепция может сбить с толку многих европейцев, а подростки часто, наверное, истолковывают идею, предполагая, что японцы ищут способ умереть красиво. Однако современные жители Японии уже не смотрят на самоубийство в таком положительном ключе. Под жизнью, которую они ценят, подразумевают не биологическое существование, а жизнь общества, для защиты которой порой требуется смерть. По-моему, харакири всегда было что-то типа ну, это... Если ты кого-то подвел, типа, ты недостоин жизни там или что-то типа того. Ну, в большинстве случаев так. Чика-чика, а когда экшон в этой игре будет? А я ему. Подожди, там карта лежала. Таро. Ну, мое будущее гадать смысла нет. Вот видишь? Вот я только что сказал об этом. Они пытаются в меньшее количество слов уместить смысл. Она сказала карты Таро. В тексте написали просто Таро. Как будто игрок должен знать, что такое Таро. Ну типа, я знаю, да, окей. Но это не за что остальные знают. Хитрые, блин.
Так, что-то новенькое. Стали двери открываться те, которые... Мне кажется, кукла себе вены вскрыла. Это все ты виновата. Во всем. Бессердечная тварь. Ты украла у меня единственную подругу. Мое место в мире. Все. Тебе плевать. Я для тебя никто. Ненавижу тебя, сука. Ты не талантливый и не особенно. Твои мазни до искусства как раком до луны. Приперлась и испортила все. Вали, 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 вали. Свали нахрен с моей жизни. Шизоидный кусок дерьма. Я бы еще подпись оставил. Шизоидный кусок дерьма. Мне кажется, или пакет шевелил. Окей. Мне не показалось. А почему пакет шевелится? Что лишнюю букву надо платить?